Ну что, дамы и господа, продолжаем наше путешествие по Сеулу. Вот так вот у нас выглядит вечерний Сеул. Красиво все начинает подсвечиваться. Сейчас, кстати, да, видно, как будто бы вершина башни уходит куда-то далеко-далеко, потыкая небесную твердь. Переход между зданиями. Удивительный город Сеул. Thank you.
Thank you.
Так, ну что, дамы и господа, мы находимся по-прежнему в Сеуле. И вот перед нами солнце светит так в глаза, что снимать невозможно. Да, Корея очень солнечная страна. В общем, мы находимся перед церковью полного Евангелия, значит. Это крупнейший христианский приход не только в Корее, но и во всем мире вообще, в принципе, потому что здесь порядка 850 тысяч прихожан, то есть около миллиона прихожан в этой церкви, и удалось даже немножко поснимать изнутри, как тут все это происходит. Вот в белых костюмах это местные служители, которые различные тут административные вопросы решают. Ну, главным образом выводят наружу слишком экзальтированных прихожан, потому что это что-то вроде какая-то неопятидесятнический приход, то есть тут, в общем-то, люди в экстазе бьются во время богослужения, бывает всякое. Немножко снял службу, очень красиво, там камерная музыка, хор у них, то есть все на высшем уровне сделано, но, конечно, с корейским колоритом, потому что, что бы корейцы ни делали, у них все равно вот получается что-то со своей спецификой, и в конечном итоге это носит характер какого-то вот религиозного синкретизма. Ну, так или иначе, надеюсь, вам понравилась наша небольшая обзорная экскурсия с погружением в христианство корейское. Посмотрим, что нас ждет дальше. Ну что, мы продолжаем нашу обзорную экскурсию из столицы Южной Кореи, из города Сеула, с набережной местной реки, название которой я так и не выучил. Зато отсюда видно башню, видите? Вот главный ориентир. Сеул Тауэр, на который мы уже поднимались. Вот здесь теплоходы ходят. Красиво. Люди отдыхают. Воскресный день, людей мало, хорошо. Пустая набережная, можно все поснимать. Очень солнечный день, очень ярко солнце светит. Буквально меня ослепило. Вот отсюда видно такого кирпичного цвета здание церкви, где мы недавно снимали. И здесь такая вот набережная. Вода в реке достаточно мутная, но зато с берега открывается очень неплохой такой вид на противоположный берег. Давайте пройдемся вдоль реки, посмотрим, что интересного, может быть, окажется у нас на пути. Какие-то интересные достопримечательности, может быть. О! Корейцы поплыли. Да, я бы тоже так поплавал, но мне надо спасательный жилет сразу, иначе я свалюсь с этой штуки и утону сразу же.
вообще издали это похоже, как будто бы человек оседлал кибердельфина. Вот так вот развлекаются корейцы в выходной день в Сеуле. Вот посмотрите, до чего людей довел капитализм. Вот один отстающий плетется за всеми. Все-таки капитализм ужасен и отвратителен. Вот нет, чтобы вплавь, по-пролетарски. Нет, надо вот какую-нибудь херню придумать, продать людям за бешеные деньги. Омерзительно просто. Капитализм ужасен. Он увечит психику людей просто. Так, ну что, дамы и господа, мы продолжаем наши прогулки по набережной. Вот тут люди в воскресный день отдыхают. Здесь, оказывается, можно даже в палатках жить. Уличные торговцы что-то продают. Целыми семьями вот люди отдыхают, цветочки тут замечательные растут, очень все мило, живописно. Как-то это поприличнее выглядит все-таки, чем в Стамбуле на набережной. Вот, слушайте, а там какой-то страшный монстр притаился. Что это такое? Ну-ка, давайте подойдем поближе. Что это за чудовище? Такая идиллия у людей. Лето продолжается в сентябре, и тут бац, прямо посреди всего этого, всей этой красоты, такой страшный монстр притаился. Что это? Какой ужас. Ух уж эти странные гротески азиатской культуры. Так, ну здесь катер какой-то. Это я еще более-менее понимаю. Ночью так пойдешь, наткнешься на такое чудовище, и все, потеряешь дар речи. Меня чуть не сбили велосипедом насмерть. Да, сравните, как это в Сеуле выглядит с тем, как выглядел отдых на набережной и сама набережная в Стамбуле. Все-таки, по-моему, как-то корейцы представляются гораздо более культурной нацией, чем турки. По множеству параметров. Да, вот вверх, впереди у нас какой-то небоскреб,
Я пытаюсь понять, что это за башня. Потому что в Google картах это отмечено вроде как башня Юмсан, но на ней написано совсем другое. Поэтому непонятно. Непонятно, что это. Здесь можно на теплоходах покататься. Люди спортом занимаются. Вот такая вот осенняя идиллия. Хотя здесь сентябрь, это, конечно, продолжение лета скорее. Обратите, до чего капитализм человека довел. Он вынужден жить под навесом. Желание переехать всему все сильнее и сильнее. Ехать в Сеул и водить экскурсии для русскоязычных туристов из числа моей аудитории. То есть это такие будут офлайн стримы. Как вам идея? Я думаю, что открыть для себя Сеул будет достаточно много желающих.
Thank you.